Всем привет! У нас сегодня внеплановое видео в формате Shorts. Почему мы решили его сделать? В общем, мы на днях купили открытки в Costco и хотели бы отправить эти открытки нашим подписчикам. Мы отправим 15 открыток. Для того, чтобы получить открытку, вам всего-навсего надо будет написать какое-нибудь хорошее пожелание под этим видео. Может быть, поздравления с наступающим Новым годом, может быть, еще что-нибудь, может быть, какие-то ваши замечательные советы нашему каналу, нашей семье. Вот. Потом мы среди этих комментариев делаем розыгрыш, и 15 человек получат открытки от нас. Я надеюсь, что они успеют прийти к Новому году, поэтому мы долго не будем оттягивать это дело по розыгрышу. И давайте договоримся, что мы принимаем комментарии до 1 декабря. 1 декабря заканчивается у нас, у тех, кто живет в Америке, немножко позже. Поэтому те, кто живет на другой стороне океана, я думаю, у вас будет больше возможностей написать комментарии. В общем, ждем ваши комментарии, ждем ваши пожелания и будем рады поздравить вас с наступающими праздниками.